25 километров, это не шутки. Держимся, девочки, держимся. На месте, стой. Раз, два. По порядку номеров рассчитаемся. Первая. Вторая. Третья. Четвертый. Как четвертый? А где пятый? Так. Кто и когда видел госпожу Будько в последний раз? В последний раз спрашиваю. А давайте, как последний раз, землю послушаем, да. Хорошо. Упражнение номер 8. Занимаем положение лежа, ногу поднимаем вверх, держим. Начали. Продолжаем занятие. Поднимаемся. Поднимаемся, поднимаемся. Поднимаемся. Упражнение номер 9. Чебурашка. Руки за голову. Ноги на ширине плеч. В правую сторону. Начали. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Хорошо. В здоровом теле здоровый. Что? Правильно. Продолжаем. Ксения, мне кажется, вам уже достаточно худеть. Талия, вам уже? Ой, а мне что-то уже не очень. Я вас уже с трудом вижу. Особенно в профиль. Так, а тут у нас что? Девочки, животы втянули. А вот и госпожа Будько. Пожалуй, проходите, располагайтесь. Девочки, продолжаем занятие. Упражнение номер 10. Наклон вперед, руки в стороны. Двигаем корпусом вправо-влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Молодцы. Хорошо. Молодцы. Наши лучшие друзья, солнце, воздух и что? И игра! Ирина Викторовна! Так, девочки, 2 минуты отдыхаем. Ирина Викторовна, у меня к вам очень деликатный вопрос. Зачем, дорогая, вы сюда записались? Затем? Здоровье! Как говорится, здоровье поправилось! Что вы хотите? Да жрать она все время хочет! Да! И нам своих бутербродов! Ирина Викторовна! Сало не дам! Вы что же, никогда не слышали про здоровое питание? Раздельное! Слышала! Я и раздельное, безраздельное! Все подряд! Ира! Девочки! Боже мой, миленькие мои! Вы что делаете? Это же убийственные калории! Мы опять проиграли эту войну с едой. Да, боже, мы проигрываем эту войну. Эту войну с едой. Ну ладно, последний раз. Последний. Хорошо, собираем вещи. Но завтра ровно в 7 жду вас всех на стадионе. Где мы его возьмем?
Нет. Ты где-нибудь увидела в программе? Никто не видел в программе? Видела, конечно. Висит там, за кулисами программы. В программе? В программе говоришь, да? И но что? Все, только после нас. Пойдемте за мной, он будет наш. Пошли. Он сейчас на сцене, я не видела. Дорогие друзья, встречайте на нашей сцене Дмитрий Акимов! Прошедшим праздником, дорогие женщины! Когда тебя со мною нет.